проповедующих, молящихся, участвующих в этом служении. В пятницу у нас, я хочу провести лидерское собрание, и я хочу просто дать небольшой обзор происходящих событий в нашей церкви. Скорее всего, думаю, поделюсь с вами теми причинами, что на самом деле происходит на сегодня, где мы находимся и что мы будем делать дальше. И я всему тому, что я вижу за последнее время, очень рад, честно вам скажу, потому что я понимаю, что в этой церкви мы сохраняем то видение, которое мы имеем. А все те добрые и хорошие братья и сестры, которые не разделяли этого видения, они будут заниматься тем, чем они считают нужным. Вот. Поэтому мы с вами пережили некоторые вещи в этой церкви. Поэтому в пятницу всех вас жду. Думаю, будет интересно всем нам определяться вот с нас, нашим местоположением и куда мы направляемся в будущем. И попрошу, чтобы дополнительно всех служителей обзвонили. Детское служение у нас тоже должно об этом знать, и прославление, которое все там затеряно, тоже должно знать. Но им надо немножко переключиться. Тема сегодняшней проповеди, я буду говорить об оправдании и искуплении. Эта тема, они взаимосвязаны, и в принципе все это совершилось в одной жертве Иисуса Христа. Давайте помолимся, скажем: Отец Небесный, мне нужно Твое Слово. И я открыт сегодня учиться, готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведности, чтобы быть Твоим Божьим, совершенным человеком, ко всякому доброму делу приготовленным, и жить для того, чтобы другие люди познали Бога через мою жизнь. Аминь. Значит, что хочу вам сказать? Моя позиция в понимании священных писаний, все писание целостно. Все 66 книг, которые у нас в Библии, рукой человека написано Ветхий и Новый Завет, но Новый Завет, он определен как Новый Завет Богом, как завершающий, последний, как, знаете, скажем так, квинтэссенция всех предшествующих заветов. И в истории человечества мы насчитываем таких 7 ступеней. О чем я хочу говорить? Если мы не понимаем Пятикнижие Моисея, мы не поймем, что произошло в Новом Завете. То есть, ну, мы будем как бы информационно знать происходящее, но у нас нет глубинного понимания, нет откровения. Смотрите, когда мы берем, скажем, на фразу Иисуса Христа, говорю по памяти, могу ошибиться, из Матфея 17 главы, где Иисус Христос говорит о ключах царства, помните? Петрон говорит, что на откровении о нем будет построена церковь, и дам тебе ключи царства, которые отворяют и затворяют. Помните, да? Так что это за ключи царства? Это ключи разумения и каким образом использовать то, что ты знаешь. Нужно научиться применять. Поэтому это практические вещи. Писание очень практично. Но почему-то у многих людей оно переходит в теорию знания. Но знание не поможет. Поможет вера. Вера практична. Вера — это действие на основании того, что ты понял или принял. Поэтому непонимание Пятикнижия или Торы, жертвоприношений, которые описаны в книге Левит, и одна из них описана в книге Чисел, не дает нам понимания того, что произошло на Голгофском кресте. Хорошо, напомню вам книгу Левит. С 1 по 7 главы перечисляются, каким образом в скинии свидетельства приносили жертвы. В книге Левит описано 5 жертв. Скажите слово. 5. Я перечислю их. Первое, не по порядку идут, это жертва всесожжения. Вторая – хлебное приношение. Третья – мирная жертва. Четвертая – жертва за грех. И пятая – жертва повинности, что очень сильно похоже на грех. Или грех, совершенный по неосторожности. Числа 19 глава описывают
жертвоприношение рыжей или красной телицы. И вот все это было совершено Христом в одном жертвоприношении. И мы должны понять, что когда вы начинаете читать предписание в книге Левит, которое описано, ну, каким образом, в основном это функция первосвященника была, а также левитов, которые служили на дворе скинии и во святилище. И мы знаем, что только жертва, которая приносилась на день искупления, первосвященник трижды входил за занавесу, к ковчегу, один раз в год. Вот. И с этим надо разбираться, потому что там есть очень много деталей и тонкостей. Например, если мы с вами будем изучать историю еврейского народа, а есть достаточно много документов, которые на сегодняшний день существуют, то из-за неточностей судьба Надава и Авиуда постигла не одного, а достаточно многих первосвященников. Они просто умерли прямо во святом, подойдя к занавесу. Почему? Потому что они это совершали недолжным образом, не учитывая всех деталей. Поэтому все эти детали имеют ключевое значение. И левитам нужно было особое обучение и понимание, как это делать, иначе последствия были смертоносными. Поэтому, когда мы с вами начинаем изучать эти книги, и видим, что мы с вами вообще не можем даже деталей, даже многие люди не пытаются осознать детали, не то чтобы осуществить. Да и как осуществить? Ведь сегодня нет скинии Моисея, и сегодня нет храма. И в этом всем есть прямые указания на Иисуса Христа. Есть такие интересные вещи, которые происходили на Йом-Кипур. Если у меня будут возможность с вами поделиться и время, и вы будете способны слушать, я с вами поделюсь. Очень интересная информация, что происходило в храме после того, когда Христос воскрес из мертвых. Как все перестало работать. Как Бог показывал, что Он не хочет ничего иметь вообще с храмом. И да, это удивительно. С каменным храмом. Рукотворным храмом. Итак, все должно было точно совершаться. Под предписанием. Почему точно? Потому что все это должно было иметь юридическую силу. Вы знаете, сколько сегодня всяких выкрутасов на основании человеческих законов. Да? Вы знаете, что как вот мне нравится Славик свидетельствовал, когда он пришел в зал заседания, он говорит, никто не знает уголовного и процессуального кодекса в этом зале лучше меня. Помните, он сказал? Там сидел судья, там сидел прокурор, но они были не столь сведущие, как он. Хочу вам сказать, что мы должны с вами очень хорошо знать, образно говоря, кодекс. Уголовный, процессуальный. Потому что вообще, что касается жертвоприношений, решались вопросы жизни и смерти. Быть человеку или умереть человеку. Какая же цель была самих жертвоприношений, этой точности? Почему все это имело юридическую силу? Чтобы приносящий имел жизнь и имел привилегии в контексте воли Божьей. Понимаете меня, да? Жертва приносилась для того, чтобы человек оставался живым и имел привилегии. А привилегии — это благословение. Мне, конечно, очень нравится, потому что все время речь идет, сколько в Библии благословений примерно перечисленных, в 66 книг? Примерно 5000. Примерно. Но никто не хочет говорить о том, сколько же там перечислено проклятий. Вы знаете, где собрание, в какой главе собрание благословений и проклятий? Второзаконие, 28 глава. Правильно говорите. Не холодно в зале, скажите мне? Нормально, да? Да, вот видите, как трудно угодить людям. Может, выключим кондиционер? Выключите его пока на время.
И вот на праздник Песах, который является, скажем так, началом всех праздников, и в Пятикнижии мы имеем с вами в наличии 7 праздников, Христос собой осуществляет все эти жертвы, и кульминацией происходящего на кресте, Иоанна 19 глава 30 стих, мы слышим фразу, исходящую от Христа, Он говорит, совершилось. То есть Он совершил собой все 6 жертв. Совершил их юридически правильно, во всех деталях, которые должны были произойти, или совершались левитами в скинии. И хочу вам сказать, что главное действие, которое происходит через жертву Иисуса Христа, это главное действие, звучит в одном простом слове – обмен. В этом обмене происходит передача хорошего, доброго, Божьего, и мы передаем Богу в этот момент все свое испорченное и плохое. Обмен неравноценный. Обмен сильной стороны со слабой стороной. Итак, первый вопрос, который решался, вопрос греха. Второе послание Коринфянам 5:21. Можно вывести на экран это место Писания. Я прочитаю. Ибо не знавшего греха, он, речь идет о Боге, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем, во Христе Иисусе, сделались праведными перед Богом. Здесь явно видно обмен. В греческом тексте написано таким образом. Ибо не знавшего греха Христа, Бог допускает все это в его жизни, и по его определениям совершает. Он сделал грехом вместо нас, а нас, верующих в Него, праведностью в Нем и в единстве с Ним. Итак, что мы здесь видим? Мы видим здесь два понятия. Грех и противоположное понятие – праведность. Давайте скажем с вами вслух. Грех – праведность. А теперь мы провозгласим с вами и помолимся этим местом Писания. Давайте мы скажем. Не знавшего греха Иисуса Христа, Бог сделал жертвою за мой грех, а меня праведностью Божией в нем. Давайте еще раз скажем. Ибо не знавшего греха Иисуса Христа, Бог сделал жертвою за грех, а меня праведностью Божией в нем. Вообще, оригинал греческого, он говорит так. Не знавшего греха он сделал грехом, а нас праведностью в нем. Очень такие точные понятия. И я хочу вам сказать, всего осознать мы не сможем в этом месте. Но мы можем нечто, во что мы в это верим, и мы можем отсюда взять. Хочу вам сказать, не все мы понимаем со всех процессов. Но у меня есть много вопросов, скажем, каждому из вас. То, чем вы пользуетесь каждый день. Как пища становится частью вашего естества. Ну, когда у вас перестает работать желудок, вы в курсе дела, правда? Как видит твой глаз? Как слышит твое ухо? Но когда функция нарушается, мы сразу чувствуем. Поэтому... Что я хочу вам сказать? Может быть, мы не все понимаем в деталях, но мы можем пользоваться тем, что нам даровано. Аминь. Хочу коснуться немножко греха. Грех есть нарушение постановлений Божьих или заповедей Божьих. Так или нет? Это очень просто. Грех есть нарушение заповедей Божьих. Посмотрите. Часто мы слышим такую фразу. Допустим, мы берем первое послание Петра, 2 глава, 23 стих, где написано, он грехи наши телом своим вознес на древо. Но как бы такая мысль возникает, когда мы читаем такой текст, что Бог забрал наши грехи. И я думаю, что в этом есть ошибка. Если бы Бог забрал наши грехи, мы бы с вами вообще не совершали бы грех.
в этом вопросе мы были бы абсолютно безгрешны. Но здесь никто из нас не осмелится поднять руку и сказать, я безгрешен. Потому что мы видим наличие, что мы на самом деле совершаем грехи. Не только в наших словах и действиях, в наших мотивах и отношениях. Человек, Иоанн пишет, братья, все мы много согрешаем. Но мы имеем возможность очиститься от греха. Что же на самом деле произошло? Христос понес наказание за грех. Скажите слово, наказание. Но все-таки у нас остается с вами свободная воля. И в этом мы имеем много борьбы и проблем. У нас остается наклонность к греху. Вы понимаете это, да? Вот это тяготение к греху, вот эти наклонности, вот эти, скажем так, привычки грешить. Что же будет с нами происходить, когда мы будем полагаться на то, что Господь понес наказание за наш грех? Мы будем с вами полагаться на Него, и в нашей жизни будет происходить минимизация греха или умаление греха. Наши привычки будут меняться. Я не буду сегодня много об этом говорить. Но все мы понимаем, что мы очень сильно зависим от этой жертвы. Итак, что же происходит, какие привилегии мы получаем через то, что Христос стал жертвой за грех? Что Он осуществил себе эту жертву? Понятно, что это жертва повинности. Вот, она включена туда. На самом деле, грешник через веру, совершенную Христом, получает статус праведника. Знаете, когда мы проповедуем на улицах, мы говорим людям, я грешник, и вы грешник. Почему мы так говорим? Из-за немощи этого человека. Потому что если проповедую человеку на улице, я скажу, я праведник, а ты грешник, на этом разговор, скорее всего, завершится. Но из-за немощи человека я так говорю. Но я знаю, кто я такой. Я знаю, что люди, которые верят в жертву Иисуса Христа, имеют юридический статус праведника. Оправданного, абсолютно оправданного человека. Я не думаю, что это вопрос, где мы можем играть и смотреть, где может закончиться моя праведность. Ну и люди так и живут. А где же край? Раз я оправдан, значит я могу делать все, что угодно. Есть две крайности, которые имеют тяжелые последствия. Одна из них, ей страдает большинство христиан, это осознание своей виновности и о самоосуждении. Я думаю, что с этими чувствами, с этими состояниями надо бороться. Потому что если вы будете постоянно находиться с чувством вины и осуждения, депрессия никогда не закончится. Вы будете таким депрессивным человеком. С этим надо бороться. Скажи другу своему, сидящему рядом с тобой, с виной и осуждением надо бороться. Насколько вина и осуждение в нас имеет место? Послушайте, насколько вина и осуждение имеет в нас место? Настолько, насколько мы обвиняем и осуждаем других людей. Если вы продолжаете обвинять и осуждать других людей, это имеет место в вас. Вы чего-то не поняли, и вам нужно откровение. Вам нужны ключи. Ключи царства, ключи разумения. Поэтому я советую вам дома, перечитайте Левит с 1 главы по 6. Прочитайте чисто 19 главу, он совершил это уже для вас. Вторая грань – распущенность. Раз мне все прощено, теперь я могу делать все, что угодно, потому что мне все прощено. Скорее всего, человек ничего не понял и не соприкоснулся с Богом. Потому что соприкосновение с Богом производит глубочайшее почтение и трепет перед Богом. Осторожность, чтобы не грешить. Откуда приходит мудрость? Бог так создал нашу жизнь, что мы чувствительны к боли. И когда приходит боль, она заставляет нас задуматься. Что же такое часто боль в нашей жизни? Это сигнал. Знаете, есть такое, водители, они знают, что когда с машиной не все в порядке, там начинают на приборах высвечиваться
такие сигналы, которые не высвечиваются, когда двигатель и машина функционируют нормально. Знаете, наша боль – это красная лампочка на приборной доске. Что-то неправильно. И с этим нужно разбираться. Можно остаться с этой болью, привести ее в хроническое состояние, но с ней можно разобраться. Поэтому, мои дорогие, в тех вещах, которые вы, как вам кажется, очень хорошо знаете, но в вашей жизни происходят болевые ощущения, вам надо получить откровение о жертве, принесенной за грех. И когда вы получите откровение, ваша жизнь начнет выравниваться. Вы будете сбалансированным человеком. И вы будете учиться не обвинять, не осуждать и не впадать в распущенность. Я думаю, что вот там есть откровение, там есть баланс. Поэтому нам нужны книги предыдущих заветов, чтобы нам понимать, что же на самом деле произошло. Если я сейчас начну читать книгу Левит с 1 по 6 главу, я думаю, к концу моего чтения, когда я подниму глаза, здесь останутся самые выносливые люди. Их будет очень мало. Поэтому сделайте это дома. Итак, Бог не забрал наш грех. Бог забрал и уничтожил цену, которую надо платить за грех. Что же Бог, чем Он, скажем, компенсировал это? Воспитательный процесс. Есть процесс воспитания. Почему вообще уместен процесс воспитания? Скажите, кто из вас воспитывает чужих детей? Никто. Все воспитывают своих. Поэтому у нас вместе с оправданием Бог дает нам новое начало. То есть, смотрите, убрано наказание за грех, у Бога есть праведное право войти в нашу жизнь. В жизнь несовершенного человека приходит Бог. Об этом говорят все заветы. Он всегда приходил к несовершенным людям. И с несовершенными людьми он заключал совершенные договора со своей стороны. Зачем это? Чтобы подтягивать к себе. Итак, Бог входит в несовершенную жизнь бывшего грешника, оправдав его, и Он дает ему статус праведника. С этим все согласны в этом зале? Одновременно человек возрождается. 1 Петра, 23 стих. Как возрожденные нетленной спермы, так говорит греческий текст, но от нетленной, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Теперь вы можете положить на себе руку и сказать, слава Богу, я возрожден. Если это с вами произошло. Сердцем верую к праведности, устами исповедую к спасению. Вообще слово спасение многогранное. Оно включает в себя много сфер нашей жизни. Итак, возрожденный, он есть родственник. Аминь. Родственник. Ты родственник Богу. Я не думаю, что я говорю вам что-то новое. Почему же родственник? Опять нам нужна книга Левит, 16 глава. Нам нужна Второзаконие, 25 глава. В Второзаконии, 25 главе описано, что только родственник может искупить. Нельзя искупать чужака и не родственника. Слышите меня? Такие понятия, как спасение, оправдание, за ним следует понятие искупления. Если бы ты был посторонний Богу, не родственник Ему, то есть не единокровный, как мы говорим, на основании предписаний Торы, он не имеет права тебя искупать. Вообще. Поэтому Бог вводит нас в статус родственников, семьи Божьей. Что же такое происходит дальше? Почему нас нужно искупать? Потому что у греха есть последствия. Мы должны это видеть. Грех несет последствия. Последствия греха – проклятие. Давайте с вами посмотрим на первые книги нашей Библии. Бытие, 2 глава. Бог обращается к Адаму, и Он ему дает указание. Он говорит, если ты вкусишь от дерева познание добра и зла, смертью умрешь. Такое интересное выражение. Смертью умрешь. Что происходит?
Бог закладывает механизм предохранения в человека и предупреждающее действие. Он ему говорит: пока ты не будешь нарушать мои заповеди, ты будешь. Но как только ты нарушишь мою заповедь, я в тебя заложил мину замедленного действия. Ты включишь часовой механизм смерти. И именно Бог заложил в человека механизм смерти, не дьявол. И когда человек вкушает от дерева познания добра и зла, Бог ему говорит: теперь ты стал смертным, теперь ты умрешь. И из-за тебя проклята земля, на которой ты находишься, она будет производить волчицы, в поте лица будешь от нее питаться. То есть фактически изменяется среда обитания человека. Поэтому грех, он имел последствия. Хочу вам сказать, смотрите, праведная жизнь тоже имеет последствия. Чему мы даем место, то в нас и будет пребывать. Может ли верующий человек, зная о том, что я говорю, пребывать в проклятии? Конечно, может. Если он не умаляет грех и не мимизирует его в своей жизни. Потому что, хотя жертва совершена, но человек не соединяет свою жизнь с этим. Он не хочет жить праведной жизнью. Поэтому в жизни возрожденного человека мы можем видеть действие проклятия. Что еще хочу вам сказать? Никогда не берите для себя в пример плохой опыт жизни другого человека. Вот. А в жизни этого верующего это произошло. Ты знаешь, вот этот брат или сестра болел раком, и таки он верил и умер. Вот ты знаешь, как он там верил. И чего он умер. Но ты точно знаешь, во что ты веришь, и что происходит сегодня в твоей жизни. Поэтому смотрите. Народ Израиля, для того, чтобы решать эти вопросы, он приходил к скинии собрания. И жертва была передачей всего плохого этого израильтянина. И принятие всего хорошего вместо плохого в свою жизнь. Они это понимали. И вот есть один интересный день. Мы знаем, называем его тот день. День Господень. День искупления. В Библии в синодальном переводе написано день примирения. Как много у него названий. А на иврите Йом-Кипур. Что происходит на Йом-Кипур? На Йом-Кипур происходит искупление. И все это совершено на Пасху Христом. Смотрите. Это день особенный. Он описанный именно в этой 16 главе, о которой я с вами говорил. Постараюсь очень коротко передать хронологию действий в этот день, который совершал первосвященник. Первосвященника была задача трижды войти во святое святых и совершить искупление кровью жертвы, принесенной за грех. Вот что интересно. Я немножко вам покажу то, что мне Бог показал. Может быть, это очень просто и банально, но оно очень важно. Первосвященнику нужно было войти трижды во святое святых. Первая задача. У него самому надо было остаться живым. Потому что неправильность действий повлекло бы смерть. Он бы сгорел. Бог бы его сжег просто. Он бы не дошел даже до святого святых. Первую жертву он приносил за себя. Он приносил вола. Вторую жертву он приносил за всех левитов, когена. Тоже вол. И третья жертва, которая приносилась два козла. Один на них бросался жребий. Было два одинаковых козла. Абсолютно не подозревающих ни о чем. И на них бросался жребий. Жребий, который попадал на правую руку священника, был козел для Адоная, который приносился в жертву, и чью кровь вносили во святой святых. Второй козел, мы называем козел отпущения, но в точных текстах это, он звучит так. Козел для Азазеля. Что это за Азазель такой? Азазель был один из самых выдающихся нефилимов. То есть это было нечто подобное человек и ангел, который был соединен. Это был человек-козел. Что он сдал по преданиям, которые дошли до сих пор, упоминается в Левит 16 главе, в текстах
которые напрямую переведены с иврита. Вам интересно вообще этот Азазель? Да, да, да. То есть один из выдающихся нефилимов, что он передал людям? Он передал людям способность убивать друг друга. Люди были настолько невинные, что там еще Каин что-то понял. Но не все это поняли. Он научил изготавливать их оружие, которым убивать. А женщин научил обманывать. Особым образом. Я думаю, что до сегодняшнего дня все это присутствует в культуре человечества. Я не говорю о том, что женщины или мужчины в этом отношении хуже. Так вот, что делал первосвященник над жертвой козла для Азазеля? На нем он исповедовал все грехи Израиля. И с одним из левитов его уводили в пустыню и сбрасывали со скалы. Другими словами, Азазелю возвращалось все то, что он принес людям. Все его грехи отдавались ему. Козел отпущения. В современных, скажем, интерпретациях. Да, еще к его рогу и к дверям храма разрывалась шерстяная алая нить и привязывалась к рогам этого козла отпущения и к дверям храма. И на утро на дверях храма эта алая нить становилась абсолютно белой. После того, когда Христос умер и воскрес, эта нить все время оставалась алой. И двери храма все время каждый день открывались. Это отдельная история. То есть это уже не работало. Почему я сейчас вам об этом говорю? Смотрите, когда первосвященник брал кровь жертвы за грех. Смотрите, вот что интересно происходит. И входил трижды во святилище за три группы людей, одну за себя лично, вторую за левитов, и третью кровь он носил за весь Израиль. Кровь козла, который был для Адоная, для Бога, на которого упал жребий правой руки, потому что жребий левой руки на козла отпущения. Кстати, после того, когда Господь воскрес, жребий все время выпадал на левую руку. За 40 лет существования храма после воскресения Христа жребий ни разу не выпал на правую руку. Почему? Потому что Бог говорил, все, что вы в храме сейчас делаете, проклято, ребята. Вы на ту жертву уповаете. Он всему Израилю 40 лет говорил, а потом и храм разрушил. Руками беззаконных. Хорошо, отдельная история. Это все отдельная история. Теперь хочу снова вернуться. И смотрите, вот первосвященник берет эту кровь за грех. И вы знаете, что кровь за грех, каким образом она функционировала? Она проливалась к подножию жертвенника. Знаете об этом, да? Когда Христос висит на кресте, его кровь стекает куда? К подножию жертвенника, креста. Но, каким образом эта кровь могла искупить? Дело в том, что проклятие имеет юридическую силу, которую это все произнес Бог. Мы иногда думаем, что за проклятием, за автором проклятия является дьявол. Он не является автором проклятия. Он является осуществителем наказания в проклятии. Так называемый прокурор. Помните, я говорил? Прокурор добавил. И он очень серьезный враг для всех нас. Поэтому надо быть грамотными людьми. Итак, первосвященник берет кровь жертвы, часть крови, и он входит с этой кровью во святое святых за занавес. И он 7 раз крабит на крышку ковчега. Помните, я с вами показывал изображение ковчега, вот мы об этом говорили. Мы знаем, что крышка называлась Капорет, да? Седалище милости или местом милости, местом искупления. И он 7 раз крапил с восточной стороны. В то время, когда он крапил, кровь за грех становилась кровью искупления. Только в этом месте, только в краплении. Когда кровь изливается к подножию, это жертва за грех, когда эта же кровь кропится во святилище, это кровь искупления.
Трижды ему надо было проделать эту функцию. Новый Завет давайте откроем. Почему я говорю, что Христос в точности исполнил все? А Новый Завет нам показывает то, на что мы посмотреть никаким образом не можем. Послание к Евреям, 9 глава, с 11 стиха. А теперь слушайте. Оно у вас по-другому зазвучит. Но Христос, первосвященник будущих, в другом тексте написано, настоящих благ, пришедший с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. Смотрите, не с кровью козлов и тельцов. Смотрите, да на что это указывается? На Левит 16 главу. Он точно исполняет Левит 16 главу. Видите или нет? Или не видите этого? Но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Если первосвященнику на земле нужно было трижды входить, Христос входит однажды. Если первосвященник на земле не мог оставаться во святом святых, наш первосвященник оттуда уже не вышел. Интересно вам или нет? Что мне дает то, что он входит во святое святых, приобретает вечное искупление? Мне это дает возможность опираться на эту жертву. Скажу вам, как минимум вы вообще болеть не будете. Это как минимум. Если мы начинаем это понимать, мы перестаем болеть. Потому что Бог постоянно аннулирует власть, значение даже соделанных грехов после того, как ты уверовал. Идет постоянное аннулирование через эту кровь. В нашем синодальном тексте этого нет, но в книге Левит 16 главе, когда написано о крови, там написаны такие слова, скажу по памяти. Потому что это кровь, дающая или жизнедающая, или дающая жизнь. Это кровь, дающая жизнь. Жизнедающая сила в этой крови. Ибо если кровь тельцов, 13 стих, и козлов, и пепель телицы через окропление освящает оскверняемый, дабы было чисто тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел до служения Богу, живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, пришедшие к вечному наследию, получили обетование. Поэтому, мои дорогие, суть вещей, о которых я с вами говорю, это чтобы мы с вами опирались на то, что совершил Христос. Мы с вами не впадали в отчаяние, в котором мы понимаем, я несовершенный человек, я совершаю много ошибок. Да, я несовершенный человек. Да, я совершаю много ошибок, но я не позволяю чувству вины и осуждения войти в мою жизнь, потому что они очень убедительны в том, что теперь я не имею права рассчитывать на пролитую кровь. С другой стороны, я не впадаю в распутство, я наблюдаю за своей жизнью, я охраняю себя, чтобы ходить по путям Божьим, я боюсь, чтобы мне грешить. Что в совокупности мне это дает? Мне это дает возможность получить обетование, которое Бог дал Христу в Новом Завете для нас. Аминь. О чем идет ходатайство Христа на земле? Чтобы те завоевания, которые Христос приобрел для нас на кресте Голгофы, стали неотъемлемой частью наших жизней. Аллилуйя. Вы знаете, многие, к сожалению, они используют такие фразы. Например, кровь Иисуса Христа на мне. Если ты понимаешь, что ты говоришь на самом деле, это имеет силу. То есть ты веришь, и ты живешь таким образом. Ты опираешься на это.
Или когда люди говорят такую фразу: кровь Христа омывает мой дом. А зачем крови Христа омывать твой дом? Бесы не живут в домах. Бесы живут с людьми. Враг не имеет силы там, где ты юридически грамотный человек. Представьте себя, когда высшая инстанция вас оправдала. Какая высшая инстанция в Украине? Какой у нас самый высокий суд? Верховный суд. Верховный суд полностью вас оправдал и аннулировал. А местный суд Броварской вас еще продолжает судить. Это имеет какую-то силу? Вы должны апеллировать к какому суду? К постановлениям Верховного суда. Теперь смотрите. Высшая инстанция суда – это место пребывания Бога. Он восседает, как судья праведный. И как судья праведный, он полностью удовлетворен пролитой кровью Иисуса Христа и кровью, с которой Христос вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Когда мне задали вопрос, почему Христос говорит Марии, чтобы она к нему не прикасалась. Помните? Он говорит: не прикасайся ко мне, потому что я восхожу к Отцу моему. И он говорит: передай, что восхожу к Отцу моему, апостолам, и к Отцу вашему, к Богу моему, к Богу вашему. Помните, да? Почему он говорит: не прикасайтесь? Потому что когда первосвященник во святом святых служил, было написано, чтобы никто даже не входил во святилище. И никто к нему, естественно, не имел права прикасаться в этот момент. Потому что он особым образом отделен. По своему воскресению Христос вступает в функцию и принимает на себя ответственность первосвященника. И пока он не вошел к Отцу, к нему нельзя было прикасаться. Потому что он должен был совершить священное действие в небесной скинии, покропить 7 раз своей кровью в присутствии Божьем и получить клятву Отца на то, что последствия греха и проклятия разрушены для всех верующих в Него. Аминь. Никакая природная принадлежность не поможет. Слушайте, если вы еврей по рождению и опираетесь на слово, вы полный ноль. Вам это не поможет. Вам не помогут ни одежды, не помогут ни обрядность, ничего не поможет. Потому что он это сделал для всех народов, для каждого верующего в него. И это невероятная свобода, которую сегодня пытаются задушить со всех сторон. Слава Богу! Невероятная свобода. Знаете, что производит в нас? Вот то, что мы верим в это. Радость производит. Торжество и ликование. Потому что то, что было для нас вообще невозможно, то, чего не могли мы достичь никакими обрядами, никакими постановлениями, никакими религиозными действиями, совершил Он на кресте. Что же я могу? Я могу в моей вере совершать обмен и стремиться к достойной жизни, насколько я могу. Бог видит совесть человека. Он видит, насколько человек его почитает образом своей жизни. Поэтому наши дела, наш образ жизни говорят громче нашего исповедания. Если наше исповедание не соответствует образу нашей жизни, мы просто поносим имя Божье. Мои дорогие, но наши усилия – это второстепенное действие. Первое – откровение. Ключи, понимание, ключи разумения. Ибо то, что было невозможно для меня, я не могу осуществить всего этого. У меня нет Когена из левитов, у меня нет храма, у меня нет происхождения, у меня нет причастности, но Он взял меня и выбрал. А Он взял тебя и выбрал. А все вокруг говорят: и ты ошибка. Никто тебя не выбирал. Но в твоем сердце у тебя есть удостоверение, печать. Поставлен штамп. Совершилось. Печать в сердце. Поэтому ты начинаешь любить слово, заповеди. Поэтому ты сегодня здесь. Не на кладбище ты сегодня. Отдайте дань умершим. Какую дань? Кому отдать?
Поэтому я не переживаю. Мой Искупитель живой. Аминь. Он ходатайствует за нас. Аминь. Чтобы обетования осуществились. Аминь. Вы знаете, у нас должно быть библейское основание нашей веры. Нельзя выбрасывать ничего из 66 книг Ветхого и Нового Завета. Изучать надо все. И когда мы изучаем, понимаем тонкости всех вопросов, решенным Христом на кресте, мы понимаем, насколько для нас это было невозможно, где, насколько это стало реально. А теперь подумайте о ваших молитвах. Молитвы, которые, они никогда не бывают моей молитвой. У меня, или я молюсь, по крайней мере, с ним и с братьями, или просто с ним. Когда я начинаю понимать ходатайство Христа в моей жизни, Его благие намерения. А теперь подумайте сами. Заплатив такую цену, совершив немыслимое, ожидая практически 4000 лет от создания Адама, чтобы это сделать для людей, вы представляете, насколько вы желаны Ему. Насколько вы желаны Ему. Но в ваших руках взять эти ключи разумения или отбросить их. Заниматься религиозной рутиной или стоять в вере. Да дарует Господь нам мудрость. Аминь. 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 На следующей проповеди я буду говорить, что производит понимание жертвы за грех и понимание искупления. Что производит верующим человеку. Потому что для нас будет ясное направление в жизни. Аминь. Поэтому кровь, пролитая на кресте. Я не могу этого объяснить и не знаю, каким образом, но он ее собрал. Послушайте, он ее собрал. И он внес ее во святое святых. И ей он семикратно покропил. Потому что число 7 это число полнота. Полностью искупил каждого верующего в него. Аллилуйя. Но для нас на земле, на кресте, последней фразой он поставил печать. Совершилось. Братья и сестры, совершилось. Наш Пасха Христос закон за нас. Он пошел на небо, он одесную Отца, он ходатайствует за нас. Чтобы мы имели с вами хорошую, определенную им жизнь. Так что, дорогие мои, прорывайтесь. А теперь совершим провозглашение. Вы можете открыть послание к Евреям 9 главу и скажем. Скажите, мой первосвященник Христос вошел не в рукотворенное святилище, а в самое небо, пред лице Божье, и не с кровью козлов и тельцов. Но со своей кровью приобрел мне вечное искупление. Дабы я получил наследие вечных обетований. Я сегодня провозглашаю духовный мир, что я бывший грешник, а теперь праведник. Что я бывший далек от Бога, теперь близкий кровью Христа. Я являюсь Его родственником, который искуплен не кровью ветхозаветных жертв, а кровью моего Искупителя, Иисуса Христа. И я сегодня провозглашаю, что я имею право на наследие Божье. Я заявляю мое право, и я беру это наследие во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Да благословит нас всех Господь!